Привет! Привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать лаборатория. Что будем делать? Мы сегодня будем научная лаборатория. Звуки животных. Да, из электронного конструктора научная лаборатория, да? Вот такой вот конструктор. Научная лаборатория, да, здесь более 8 обучающих экспериментов есть. Звуки животных будем получать. Здесь есть написано встроенный динамик, световое управление и сенсорное управление. Так, а здесь что? Электрические цепи собирать. Ну, давайте посмотрим, что там есть. Давай, Егор, открывай. Посмотрим, что там есть. Ой, а Алиса там со своей Лили, да? Да. My Little Pony? Да. У Лили писалось, что она будет помогать собирать, да? Так, а что тут? Инструкция есть, да? О, вот такая вот инструкция есть. Что тут у нас? А, тут вот цепи даже нарисованы, как что делать. Здорово. На, Егор, держи, покажи, что там еще есть. Тут нужны батарейки. Так, вот такая... Вот лаборатория научная, тут цепи замыкать. Сюда нужно батарейки вставлять. Батарейки сейчас мы возьмем. Это сильное. Так. И что там еще есть? Проводки, да? Проводки есть. Да, это цепи замыкать. Ладно, Егор, читай пока инструкцию, а я сейчас пока схожу, батарейки возьму и продолжим. Так, ну вот мы опять разобрались. Принесли батарейки. На, Егор, вставляй. Егор прочитал там, что нужно делать. Так, Алиса сейчас проводочки нам отрежет, Егору даст. Мы приступим к эксперименту. Правильно делаешь? Угу. Вставляешь. Так, две батарейки тут мизинчиковые нужны. Они в набор не входили. Мы их нашли. Так, сейчас Алиса достанет нам проводочек. Помочь. Егор, помоги ей отрезать. Папа, включить, это же он, да? Включить, это он, да, по-английски. И сейчас мы будем последовательно делать эксперименты. А я вот сама... Давай отрежу, что-то не у Алисы, не у Егора не получается. А я вот сама, давай мне проводочки. Вытаскивай. Я хочу, чтобы... Проводочки нужно распутать. Сколько там проводочков, покажи. Кстати, вот здесь мы не показали, вот здесь вот батарейки, да, вставляются. И вот здесь вот еще приставочка такая, здесь... Открывается крышечка, и сюда можно батарейки запасные ложить и проводочки складывать. Ну и еще, может, какие-то детальки. Выравнивай все. Они ровненькие должны быть. Алиса, помоги тоже Егору распутать. Беленькие проводочки помоги. Егор, ты их растягивай. Так, вот, молодец, Алиса, все разделила. Так, посчитай, Алиса, сколько беленьких, а сколько красненьких проводочков. Алиса, посчитай, сколько беленьких проводочков. Давай это сюда. Их раз, два, три, четыре. Ну, пускай Алиса посчитает. Четыре. Алиса, посчитай. Один, два, три, четыре. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Всего 8 проводочков, да? Какого цвета проводочки? Red. Red. Красный? White. White. Белый. Так, ну что, Егор, какой эксперимент будем делать первый? Давай. Первый. Как он называется? Эксперимент один. Управляемый светом диоды птичьи трели со светом. Да, это будет реагировать на свет. Но мы посмотрим. У нас тут как раз света очень много. Может, он сразу запищит. Давай. Здесь очень простая схема сбора. Вот здесь металлические такие пружинки. Вот. И их нужно соединять проводками последовательно. В инструкции написано, какие цифры с какими соединять последовательно. Один. Итак, сейчас Егор соединяет цифру 1, 4 и 14. Один. Как ты делаешь? Покажи. Давай включим. Зачем? Вот так вот, один. Вот, между пружинками нужно вставлять. Вот так вот. Вот так вот отодвигаешь и вставляешь. Это все очень просто. И потом куда хочешь крутишь. Дальше какая цифра? 4, да? Наклоняй пружинку, это же все очень просто делается. Так, теперь 1, 4. Дальше теперь 4, 14 соединяй. 4 и 14. Так.
Так. И сама открыла. Да. Я не помогаю. Все? Я помогаю. Молодец, молодец. Алиса помогает Егору. 4, 14. Так, теперь соединяй 5, 6 и 6, 10. 5, 6. Алиса, найди вот цифру 5. Цифру 5 найди. Егор. Вот, Егор нашел цифру 5. Да. Так. Цифру 5 соединяем с цифрой 6. Ой, все пойдет. Там главное попало. О, а у Алисы Лили заговорила, да? Чтобы нам скучно не было. 5, 6. И 6, 10 идет. Ой, какая веселая у Алисы Лили. И 6, 10. Так, Егор теперь соединяет. Да? Давай играть с твоей погремушкой. Конечно, мама, поиграть. Мама, да, конечно, поиграй с ней. Пока Егор собирает, а ты поиграй с Лили, да? Ой, она придумала. Так, соединил 5, 6, теперь 6, 10. А, 6, 10 ты тоже соединил, да? Теперь соединяешь 2 и 8. Так весело! Ну, так весело Алиса играет с Лили, да? Ой, говорит, они толкают. Что ты соединяешь? 2 и 8. И дальше соединяешь 7, 9, 11, 15. Я очень боюсь пятерки. Ой, так что соединяешь? 7, 9. Цифру 7, 9 соединяешь. Ой, она говорит пока. Пока? Так мы еще не прощаемся. Ты что, Лили? У нас еще Егор не собрал. Он соединяет цифру 7, 9, 11, 15. Ой, она говорит собрать. Ну, посекоти, посекоти, раз она просит. Да, на колобочке написано. 7, 9. Давай поиграем. Так, молодец. Дальше, 9, 11. Опа, кажется, мне нужно на горшок. Смотри, чтобы она не описалась у нас тут на столе. Ты памперс-то не забыла одеть? Нет. Нет? Ну ладно, пускай памперс писит. Так, 7, 9, 11, 15. И посмотрим, что у нас получится. Должны быть птичьи трели. Да? Ну-ка давай свет сюда направим. Ой! О! Здорово! Смотрите. Свет попадает? Значит, правильно собрали мы птичьи трели, да? Здорово? Да. Нравится? Да. Вот какой классный конструктор, да? Конструктор. Электрические цепи собирать. Так, ну что, птичьи трели послушали, теперь что будем собирать дальше? Давайте эксперимент 3, потом 2, потом 4. Ну давай, что там, какой эксперимент? 3 эксперимента. Управляемым светодиодом и ржание лошади. Давай, все проводки давай вытаскивай. Я тебе тоже. Да, но Егор тебе будет показывать. Егор, сейчас показывай, она пускай пружинку эту отсоединяет, это наклоняет, а ты будешь вставлять. Хорошо? Так, сама... Да, помогай Алисе Егору. Алиса, в принципе, это тоже может делать. Ну, только не надо выкидывать эти проводки, держите. Давай, ты там уже сам знаешь, да, что как соединять? Так, это мы делаем, будет лошадь, да? Угу. Лошадь будет говорить. Как лошадь говорит, Алиса? Иго-го. Иго-го. Она так, как ты говоришь, это она так копытами цокает, да? А говорит лошадь как? Иго-го. Правильно. И сейчас мы посмотрим, как Егор сделает. Сделать здесь эксперимент 3. Здесь, наверное, все пусто. Ржание лошади. Там, наверное, все пусто. Все пусто? Так Егор сейчас делает. Только цифры не перепутай. Так, 4, 14 соединил, да? А Алиса нас пока будет развлекать своей Лили, да? Да. Хохотушка Лили. Да, я хочу себе купить динозавр, птичку и еще Милочку. И еще Милочку? Да, и Масумса прям. Масумса? А где ключевочка? Кнопочка на руке. Так, что ты дальше соединяешь? Какие цифры говори? 1, 2, 8. Бабочка, ты моя лучшая подруга. 1, 2, 8. 5, 6, 10 соединил, да? Да. 1, 2, 8. Что ты? Пощекоти мой животик. Ой, животик просит пощекотить. Ну пощекоти ей животик. Ой, здорово. Так. Пока. Говорят пока. Пока говорит? Да.
Мы же еще не прощаемся. Нет, мы еще не прощаемся. Она обкакала. Ой, ты что такое говоришь? Надо быстро ей памперс менять. Давай играть в погремушку. Она будет погремушку. Так, все? Или еще? Она будет погремушку. 7-9. 7-9, 11-15, да? Ты моя лучшая подружка. Ты лучшая подружка, Лили? Посмотрите. 7-9, 11-15. Ой, здорово. 7-9, 7-0, да? 9-11 и 11-15. Ой, она говорит глупышка. Говорят глупышка? Ой, 11-15, 7-0. Так, все, Алиса, сейчас тихо, сейчас будет лошадь ржать. Егор замыкает последнюю цепь, направляем свет и будет лошадь ржать, да? Та-дам! Слышите? Да. Значит, Егор замкнул цепи, правильно собрал, да? Пока. Покажи. Классный, Алиса, да? Лошадка. Где лошадка? Ты видишь лошадку? Вот она. Где тут? А, тут и нарисована лошадка. Точно. Нет, лошадка. А, это собачка. Ну, пускай будет для Алисы лошадка. Так, ну и теперь мы закончим со светом, да? Егор соберет эксперимент номер 2. Да, а следующее видео мы будем снимать... Кошачье мяуканье. Да, кошачье мяуканье. Вот счет тут 5, 6, 7. 8, давай, 3. Да, это второй эксперимент, кошачье мяуканье. А потом да? мы сюда вот щеплем все, бочки. Разбирайте. А потом мы сюда щеплем бомбачки еще тоже. Да. Да. Я вот только сама. Конечно, сама. Да, я же уже взрослая. Ну, конечно, ты уже взрослая. Сколько Алисе годиков уже? 3. 3 годика. Алиса взрослая уже, да? Так, и Егор делает второй эксперимент. Кошачье мяуканье. Да, управляемый светом диод в кошачьем мяуканье. Алиса, помогай Егору делать. Пружинку наклоняй. Егор, говори, какую пружинку наклоняй. 4 наклоняем пружинку, да? Раз. И соединяем. Она мне не ту. Ну ладно. 5, 6, 10. 5, 6, 10 соединяем дальше. У меня будет 3 годика, я буду сама все щеплем бумажки досаживать. Алиса, что, песенку нам хочет спеть, да? Нет. Нет? Да спой нам песенку какую-нибудь. Да спой. Да спой нам песенку. Ну спой. Так, какие цифры соединил? 5, 6, 10. 5, 6, 10. Так. А где же лошадка? Лошадка у нас уже была. Сейчас будет у нас... Кто там у нас сейчас будет? Кошка? Да. Кошачье мяуканье. Дальше что? Какие цифры замыкаешь? А потом собаканье. Потом? А потом собаканье. А потом собаканье? Да. Собачье гавканье, да? Это мы следующий ролик снимем, да? Нет, да. Тут блин. Это мы следующий ролик будем по сенсорное управление делать. Блеяние овцы. Да, а я вот сама все прибомбасики сюда. Да, Алиса потом будет все прибомбасики туда складывать, да? Да, чтобы они потом не потерялись. Ну конечно, все, надо аккуратненько все складывать, да? Да, сюда. Да, сюда. Там специально такая коробочка, чтобы туда складывать запасные батарейки, да? И проводочки. Молодец, Алиса правильно сказала. Да. Алиса уже взрослая у нас, да? Алиса знает, как все правильно делать. Да, и мне 3 годика. Алисе 3 годика, да. 10, 11, 15. И Пеппа нам еще на сутки. Да. Да, здорово. Да, только настоящая. Настоящая Пеппа? Да. Да, Алиса была на дне рождения у сестренки своей двоюродной. Вали, и там Вали, была... Вали. Да, и там была свинка Пеппа. Настоящая. Ой, мяуканье. Уже? Ну-ка. О, цвет попадает на диод. Здорово. А вот убираем. Сейчас света не будет? Нет.
Или все равно свет попадает? Ну, свет попадает. Сейчас. Стой. Мяуканье. Все равно свет попадает. Да. Свет попадает, здесь слишком светло. Да, я тоже бабушка. Но уже туда свет попал. Здорово, да? Но это нужно было изначально. Вот так вот сейчас уберем, например. Свет спрячем. А, свет все равно попадает. Ну вот, Егор собрал три цепи, которые действуют, управляются светом. То есть свет тут такой очень чувствительный светодиод стоит. Сенсор, который на свет реагирует. Это индикатор. Да, индикатор. Вот. Надо в полной, ну как бы в темноте. Блин, ну почти. О, все, там темно. Ну-ка давай, теперь убирай руки. Вот, и свет туда попадает, и как раз вот цепь замыкается. Но он сейчас там определенное количество раз он должно промяукать. Ну что, на этом всем говорим пока-пока. Понравилось вам собирать? Да. Цель из разных голоса животных. Говорим пока-пока, подписывайтесь. Ставьте. Ставьте палец вверх. И не забывайте комментарии. И не забывайте комментарии. Да, Алиса вам дарит. И ставьте палец вверх. Лошадь теперь. Ой, Егор быстро лошадь собрал. Я собрал таки лошадь. Здорово. Ну, всем пока-пока. Пока-пока.